обращаюсь к студентам. Где бы вы ни учились, где бы вы образование ни получили, в какую бы страну вы ни поехали, от вас будет требовать одно. Везде. Умение работать. Поэтому прекращайте мечтать о смартфон, айфоны, смузи, коворкинги, стартапы. Давайте запустим эти проект. И весь остальной бред, который делают для того, чтобы собраться поговорить. Если вы посмотрите историю всех успешных людей, они мантулили, ишачили, вкалывали, делали все что угодно, но не пили и смузи. Учились. И учились. Если вы считаете, они, посмотрите на всех, опять же, успешных студентов, да, в любого вуза, им не считается зазорно работать, когда они учатся, в том числе черной работой заниматься. Поэтому весь секрет вашего будущего в том, что, ребят, идите работать. Второе, то, что касается там старшего поколения, которое работы нет и так далее. Я вам скажу так, что весь мир учится учиться беспрерывно, весь Запад переучивается. Прежде чем сказать, что работодатель не платит вам деньги, либо же нет работы, ответьте на вопрос мне, пожалуйста, который я задаю всем своим учащимся. Какую книгу вы прочитали за последний год? Просто книгу и какую профессиональную книгу? У меня в день выходит, для того, чтобы я держал в политтехнологии, в маркетинге, в бизнес-консалтинге, в пиаре, у меня выходит 100-200 статей профессиональных, и за прошлый год я прочитал более 340 книг, то есть больше, чем одна книга в день. У меня проблем нет с работой. Приглашают в Нью-Йорк. Второй, и следующее. Я вам расскажу несколько примеров из николаевских жителей. Один знает клуб директоров, приехал в Донецк и переселился из Донецка, беженец, бизнесмен, потерявший все, просто приехал в трусах и с семьей. И он вспомнил, он не чурается абсолютно работы, он вспомнил, что он сантехник, и он сказал, что за год в Николаеве сантехник заработал 350 тысяч гривен. 3/4 из этого он заработал, переделывая работу за дорукими николаевцами. Это его слова. И сейчас у него есть ресторан, и он работает спокойно на свое дело. На унитазах. Вторая – это девочка, которая сейчас переехала в Киев, художник, моя подруга, которая работает на уровне компании Disney, которая зарабатывает более 5000 долларов. Она просто любит свою работу, не сидела на заднице, рисовала, училась, вкладывала в это деньги, и теперь она получает в Украине огромные деньги.